Это ж чуть они загрузились. Где-то что-то прям собирают. Собирают. Иди, какая красота. Красиво. Собирает что-то там. Сейчас посмотрим, что они собирают. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Сборщики. Подставка. Подставку, механ, да, собираете? Да, подставка, подставка. Круто. Лёня, привет. Привет. Все такие грустные. Попали в это. У нас тут, смотрите, что происходит. Ничего не видно вокруг. Ехали там. Такой музейник. Теплица еще стоит наша, 2,5. Еще белого цвета. Белого цвета арочная, 2,5. Всем доброе утро. Начинаем собирать подставку под емкость кубик. Наживили все железо. Сейчас протянем гайки, прицепим дверь. Идем. А вот у нас лесенка будет. Сейчас это все зафиксируем и покроем поликом. Подставка получается с белым поликарбонатом, заказали. Залили плиту, видите. И с другой стороны, Леня, лестница, да, будет? С той стороны или с какой? Да, с той стороны. И лестница еще будет стоять. Под колбой это огород, чтобы поливать водой. Теплой, так сказать, чтобы нагревалась. И самое главное, вот лестница стоит. Вот такие уголки, обрамление. Красиво все было. Подставка под кубовик почти готова. Сейчас докручиваем поликарбонат с той стороны. Дверь. А, лесенку сейчас будем ставить. Так это все выглядит. Сейчас весь полик прокрутим. И все, будет у нас все готово. Завершился монтаж у нас. Напоминаю, строили сегодня подставку под кубовик с лесенкой. Все прикручено. Дверь правая. Каркас сделан с профильной трубы 40x40, покраска полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Сверху кубик, снизу анкера, бетон, полик 4 мм, 0,7 плотность. По периметру установлены вот такие прижимные уголки. Вот такая отличная подставка у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх. Всем